Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Итак, записываю очередное видео для плейлиста «Простые заговоры на свечу». И это заговор для примирения. Примирение с кем угодно, хоть с любимым, хоть с близким, хоть с другом. Тут значения вообще не имеет с кем. Итак, смотрите, что вам надо. Во-первых, луна значения не имеет, делается 3 дня подряд, на 3 дня по одной свече. Свеча желательно восковая, нет восковой, берете церковную свечу. Цвет свечи значения не имеет. Устанавливаете свечу в подсвечник, либо на крышечку, куда вам угодно. И вот зажгли ее спичками, читаете в первый день 7 раз слова заговора. Они будут в первом комментарии, прикрепленном первом комментарии под этим видео. Прочитали, дали свече догореть до конца, остаток собрали, вынесли под любое дерево. Не имеет значения, оно молодое, либо старое, плодоносящее, либо обычное. Все, наступил следующий день. То же самое, зажигаете свечу, только читаете уже 3 раза слова заговора. Даете свече догореть до конца, свеча догорела, выносите к тому же дереву. Кстати, когда кладете к дереву, ничем засыпать сверху не надо. Наступил 3-й день, зажгли свечу, читаете всего лишь 1 раз слова заговора. Теперь, вот все, вот прочитали, также вынесли, ничем не засыпаете. В заговоре увидите скобки, в скобках написано имя, называете имя человека, с кем вам нужно помириться. Не свое, а именно того человека. Когда называете имя, желательно еще визуализировать лицо. Как только случилось примирение, покупаете сладости, либо там, не знаю, мед, именно нужно купить, домашний нельзя использовать. Несете к тому дереву, где вы клали остаток от свечей, и кладете прямо к этому стволу дерева, и благодарите силу природы. Ну все, всех вам благ, удачи, успехов, и напоминаю, завтра у меня эфир Таро онлайн. Донатеры уже, в принципе, могут сейчас задавать вопросы. Ссылочку на эфир оставлю в первом комментарии, там же, где и заговор. Всем удачи!